стать таким же большим спортивным центром, как Казань или Сочи. Подобную сверхзадачу ставит перед собой Ульяновская область по итогам международного форума «Россия – спортивная держава». О предстоящем событии, которое состоится в Ульяновской области в начале февраля 2018 года, говорили на заседании регионального общественного совета по спорту. Тема, которая будет обсуждена в Ульяновске, это тема в первую очередь не профессионального спорта, а тема дворового, молодежного, студенческого, школьного спорта. Поэтому вокруг этой темы мы будем обсуждать. Вокруг этой темы мы должны показать свои проекты, которые успешные, такие как, допустим, школьная спортивная лига. Форум далеко, а фестиваль близко. На заседании общественного совета по спорту также обсудили ход подготовки к первому международному фестивалю национальных видов спорта стран СНГ. До церемонии его открытия, которая пройдет в Ледовом дворце «Волга-спорт-арена», осталось всего 2 недели. Организаторы говорят, что все площадки предстоящего спортивного действа уже готовы. По всем видам спорта, которые представлены в фестивале, закупили спортивный инвентарь, оборудование, построена новая городошная площадка, стационарная, в спортивном кластере «Волга-спорт-арена Торпеда». И это будет главное наследие фестиваля национальных видов спорта. Напомним, регион стал пионером по проведению подобных фестивалей. В 2014 и 2015 годах в Ульяновской области прошли первый и второй всероссийские фестивали национальных и неолимпийских видов спорта. Теперь в это движение включились спортсмены, тренеры, болельщики и функционеры стран Содружества. Михаил Рассашанский, Юрий Конихин, новости «Ульяновской правды».